Всем привет! Это канал Cool Film. У меня есть для вас еще одна история, которая может произойти в клевом мультфильме «Зверополис 2». Внимание! Комментарии, которые останутся без ответов, попадут в следующий ролик. Хочешь исследовать бесконечные просторы космоса на боевом звездолете? Тогда зарегистрируйся в бесплатной браузерной игре, которая называется Dark Orbit. Ссылка находится в описании. Короче, погнали. Ник и Джуди продолжали работать в полиции Зверополиса. Они раскрывали одно дело за другим, но как-то раз им дали задание поймать банду. Наши герои начали расследование, но уже целый месяц они не могли найти никаких улик. Чуть позже к нашим друзьям присоединяются Джек Сэвэйдж и Скай Фокс. Они потратили еще несколько месяцев на изучение этого сложного и запутанного дела. Со временем Джек влюбляется в Джуди, а Ник в Скай. Однажды они натыкаются на волка Джеймса Смита, у которого был целый склад с оружием. Подумав, что он один из них, Ник и Джуди хотели арестовать его. В итоге оказалось, что волк чист. Выяснилось, что Джеймс тоже ведет это дело. У него были личные счеты с этими преступниками. Он рассказал, что эти парни часто приходят на один заброшенный завод, и неплохо было бы туда наведаться. Когда наши герои сумели найти эту банду, то сразу же завязалась перестрелка. Злодеи дали хороший отпор. Ник и Скай были ранены. Пока Джек перевязывал Скай, а Джуди Ника, Смит как мог прикрывал их. В итоге все выжили. Потом пошел шквальный огонь от подмоги, которую вызвала Джуди. Затем банда была полностью обезврежена. На этом их задание было выполнено. На следующий день наши герои взяли выходной. Смит предложил всем им прокатиться на своей яхте, они согласились. Потом Джек и Скай уехали на новое задание. Ник Уайлд и Джуди Хоббс продолжили служить народу, и через некоторое время у них завязался роман. Джеймс Смит тоже оказался хорошим помощником, но он не пошел работать в полицию. Волк иногда устраивал шикарные свидания для Ника и Джуди. Ему было приятно видеть настоящую влюбленную пару. А они периодически к нему обращались за помощью, когда надо было потратить немного свинца или защитить какую-нибудь зверюшку. На этом все. Всем удачи, всем пока. Ставьте лайки, а за, подписывайтесь на наш канал и ждите новых роликов. Всем пока.